Однако в T-MUX есть небольшой минус. В нем не работает мышка, поэтому историю нельзя смотреть с помощью колесика. Для этого есть команда Ctrl-B PageUp. Она переведет вас в режим просмотра истории. Теперь у вас появился курсор, который вы можете перемещать по истории и просматривать ее вверх и вниз с помощью кнопок PageUp, PageDown и стрелок. Здесь уже Ctrl-B нажимать не надо. Чтобы выйти из истории, нужно нажать команду Escape или Ctrl-C. Давайте попробуем. Вот я снова в T-MUX у нас на сервере и хочу посмотреть, что же было без меня. Я нажму команду Ctrl-B PageUp и начну перемещать курсор по нашей истории. Я могу делать это вправо, влево, вверх и вниз. Чтобы выйти, я нажму команду Ctrl-C.